Глава республики провел рабочую встречу с генеральным директором ЭКРИ Константином Дони. Говорили о научном и производственном потенциале предприятия. На сегодняшний день ЭКРА – единственное предприятие в России, которое разрабатывает и реализует собственные проекты в области энергетики. Причем сдает их, что называется, под ключ, взяв на себя и сервисное обслуживание. Несмотря на экономическую ситуацию в стране, организация держит планку. В секторе промышленности нефти и газа наблюдается рост. Угу. То есть в целом результат... И за счет этого перекрывается. За счет этого целом, да, результат получился... В принципе, неплохой. Такой же, как в прошлом году. Угу. На следующий год, в принципе, планы тоже не уронить планку. В принципе, заказы есть. Михаил Игнатьев отметил, что сейчас предприятие должно эффективно работать по программе импортозамещения. В среднем по коллективу какой уровень зарплаты будет? Порядка, наверное, 30-40 тысяч. Хороший? Около 40 тысяч у них зарплаты. Выше, чем в среднем, полтора раза в среднем по экономике, за что вам благодарен. По налогам к вашей организации проблем нет. Работаете открыто, публично. Все платежи отчисляете, соответственно. Михаил Игнатьев пожелал предприятию дальнейшей успешной работы, перспективных договоров и новых инновационных разработок.